Осенние гастроли актеров драмтеатра – знаменательное событие как для них самих, так и для жителей городов, в которые они приехали. Волгоградцы, астраханцы и махачкалинцы приняли коллектив более чем радушно. Каждое выступление заканчивалось стоячими овациями. Если для Иркутска такая реакция уже традиционна, то от новых зрителей она приятна вдвойне. Мы получаем высокие оценки от благодарных жителей, которые побывали на спектаклях, о мастерстве, профессионализме наших артистов. И мы благодарим Анатолия Андреевича, благодарим наших коллег за эти потрясающие гастроли. Впечатляют цифры по итогам этих гастролей. Наши коллеги, наши артисты преодолели расстояние более 6000 километров. Более 6000 зрителей, новых, благодарных, посетили спектакли. На сценах иногородних театров актеры показали свои лучшие спектакли «Любовь и голуби», «Поминальная молитва», а также постановки, посвященные Булату Акуджаве, Александру Пушкину, Александру Твардовскому и Расулу Гамзатову. В честь последнего состоялась премьера музыкально-поэтического спектакля «Концерт, посвящение Расулу Гамзатову». Он был создан специально для гастролей и представлен на малой родине поэта в Махачкале. После актеры пообщались с дочерью литератора Салихат. Важной частью поездки стало посещение зоны СВО. Директор театра Анатолий Стрельцов не один раз упоминал, как важно быть патриотом и оказывать поддержку тем, кто сейчас отстаивает нашу страну. Мы все должны как-то сердцем своим, душой своей, делами своими помогать нашей стране победить. И в этом, мне кажется, обязанность, долг каждого гражданина России. Там коллектив представил концертную программу из популярных песен русского рока. Актеры признаются, общаясь с ребятами, возникало чувство настоящего братства. И эта поддержка – то, ради чего они однозначно вернулись бы туда еще раз. Элина Собейникова, Сергей Коваленков. Новости сейчас.